эту игру сделал. 5 яблок, 9 кокосов. 20 дерева, 9 каждый. Н. 5 группы. Н какой-то. Какие-то ашоты делали, похоже. 20 дерева. Начать новым. Ключа, прыг. И человек. Он и ту кнопку идет, и это идет. Рыба. Камни столько собирать все равно не надо. Чего сделаете каменный топорий и срежьте это дерево? Сейчас топорий сделаю. Темнеет, надо домой зайти.
не заходится. Я бы видел этот топорик, но у меня рюкзак за удочкой. Значит, пойдем в другую сторону. Мне пока нечем драться с крокодилом. Здесь, конечно, вот здесь также называется, но никак не с коверками. Топор. Да все хорошо, если не ключик. Каменным топори сделать надо. А то сам без подсказок я не соберу. Не, не дает. Сделаю топорик.
да. Это особенное дерево. Один ломай, топор, три колы, в общем, хрен с ним. Мы охренели, что хотя бы веревку. Да и хрен там с вами. Создайте кирку, надо же кирка не сковерка. Фрукты отличный источник сырой пили. Энергия. Какой? Не убиваем, не убиваем. Thank you.
Убери тоже еще кусок. У меня нет собаки, не хрен корм предлагать мне котяры. Привет, вы и чтобы выявить на. Выкажите 5 деревьев, то есть не срубить, а именно вырезать. Инвентарь полный. Ну а что я могу сделать, если мне надо деревья вырезать? И что делать? Трещина. Ну, сожри все яблоки тогда, чтобы было куда-то складывать. Я не знаю, там. Уже не лезет, да? Бывает. Что теперь? Давайте выкинем яблоки тогда, я не знаю. Все на дофига. Они дали такое задание.
Строить 5 веревок. Что еще, что ли? Сколько там? 6. Нахрена еще? Отготовьте 5 веревок и рюкзак. Идет там впереди дверь, что ли? Не буду к нему ходить. Это сколько нам надо? Ничего не понял, что там написали. Что за фигня? Господи, так камень. Хрень, ты еще хрень, он скоро сдохнет, блин. Жажда.
ничего не мешает. Наложить. Надо срочно пальму срубить. Теперь лучше. Это не камень. Опять. Можно.
игру придется ненадолго выиграть. И что там сказали? Ящик построить. Да нафига он нужен? Вон давайте зайца в ящик засунем, потом нормально лучше. Дверь там ходит. Так, надо пожрать. Стал собирать. Что-то глюк какой-то, что ли. Теперь ночь.
В общем, игра ни о чем. Ходить собирать ресурсы. Я-то думал, можно будет хотя бы там, ну, дом построить или что-нибудь. Да нет, похоже, что нифига, или можно. Смотреть видео, рекламу эту, ну и нафиг. А вдруг? Не хватает хелита на веревке. Для кошака корм. Дома есть уже, спасибо. Ой, нифига они мне. Я думал, для них можно будет там строить дом, например, стену. Да не, похоже, нифига. Это ерунда. Мне там винда устанавливается на компьютере. Я буду кроликов из сраных искать. Thank you.
прохожу это и все, пошло на нафиг, эта игра того не стоит, чтобы на нее тратить время. Скулящий олень там, но он нам не нужен, нам кролик нужен. Вот эти сраные кролики или нет? А, тут уже я уже вышел за пределы. Он кролик, ну да, вдруг получится, что я уже задолбался. Получилось. Все, нафиг. Игра говно. Что там выжить от волны крокодилов, что? И что тут? Ну и пошли нафиг-то, все.